Атака Сандерленда затем закончилась выходом мяча за пределы поля угловой. Крупным планом улучшила Боджи. Навес, удар. И мяч в воротах. Со стандарта удается Сандерленду забить на 64-й минуте. Это футболисты Лестера. Вот эти подача. Удар. Да, тут был рикошет от Хута. От Хута мяч вылетает в ворота. А так вот здорово постарался. Так влетел в штрафную Ян Кирхоф, вышедший на замену. А потом несчастный случай. Рикошет. Бедный Хут. Бедный Циллер. Он даже от руки там защитника мяч пошел в ворота и уже на этот рикошет никак не мог среагировать сын. Сандерленд вновь длинный пас. Чеби ведет себя активно. Пап развернулся. Так удобно для себя прокинул мяч себе во фланг. Удар по воротам. Еще один удар. И в тот же угол мяч вылетает. 2-0 в пользу Сандерленда. Вот это олблок. А потом подбор. Еще один удар. Точно в цель. Получите, распишитесь. Сандерленд Лестер 2-0. Вот Отор пробил, затем мяч отлетел к Дефо. И тот вгоняет мяч сильным ударом метров с 11 в угол. Ни единого шанса у вратаря не было. 2-0. Вот если Пут успел выставить ногу. Но мяч от его ноги вылетает в ту зону, где дежурил форвард Сандерленда. Лендефо. 34 года. Они устали играть в футбол. Не устали. Адзаки борется. Рядом с ним два защитника. Но они его превосходят. Но они физических данных взяли там в коробочку, но не нарушая правил. Ох, какой момент! Какой гол! Как здорово! Вот справлялись Адзаки на подступах, что начается в игру. И по-прежнему сохраняет шансы на то, чтобы спастись в этой встрече. Он их повышает теперь. Прострел на опережение играет Акадзаки и забивает хороший гол. Кто так ему здорово ассистировал? Не Грейли. И нет вне игры. Да, это Грей. Вышли на замену вместе.